Один заезд, то есть 20 февраля прошли реабилитации две семьи участников специальной военной операции. И сегодня последний день заезда. Специально мы отправляли двух психологов в Санкт-Петербург, Институт практической психологии. Они приехали, обучавшись. Вот. Работали как с детьми, так и с родителями. Было две мамы, и у одной мамы было трое детей, у другой два ребенка. И каждому ребенку там по программе реабилитации была составлена программа реабилитации. Они ходили на массаж, бассейн. Есть еще такая компьютерная игра развивающая, с психологами занимались. И говорят, что им очень понравилось. С мамами также проводилась работа с психологами. Ванны принимали, успокоительный фиточай принимали. И вот буквально вчера-позавчера я с ними встречалась, разговаривала. Ну, довольны. На следующий заезд у нас записано 6 семей. И в общем количестве 13 детей ожидаем.